К маскам можно только в масках. Сегодня соблюдение режима проверили в кукольном театре. После смягчения режима, напомню, учреждениям культуры разрешили увеличить наполняемость зрительных залов с 50 до 80%. С оглядкой на безопасность. Станислав Блинов продолжит тему. А это правда, что сегодня в честь своей новенькой шинели вы даете вечер? Что даю? Вечер, чтобы спрыгнуть. Даже когда в зрительном зале пусто, актеры не забывают о правилах безопасности. За несколько месяцев действия противовирусных ограничений к таким репетициям успели привыкнуть. Но в последний момент медицинскую маску все-таки меняют на сценический образ. До сцены мы идем в масках, а непосредственно как мы выходим, но, естественно, мы снимаем, поскольку как бы, спектакль, он должен оставаться спектаклем, несмотря на пандемию. А вот к полупустым залам привыкнуть сложнее. Были спектакли, которые всегда вызывали очень бурную ответную реакцию. И вы понимаете, что для актера очень важно, когда идет обратная связь, когда идет обмен энергией. Но сейчас маленько, конечно, вот в этом плане есть напряжение. Хотя работают ребята, выкладываются также на 100%, независимо от того, сколько человек находится в зале, работают на все 100. В помещениях театра работают рециркуляторы воздуха, регулярно проводится обработка поверхностей. Кроме дистанции, взрослые гости театра обязаны соблюдать масочный режим. К маленьким зрителям таких обязательных требований нет. Мне как-то спокойнее в маске, если кому-то другому спокойнее рядом со мной, почему бы и нет, я спокойно одену и пойду. В правительстве области уверены, соблюдение всех требований Роспотребнадзора приносит ощутимый эффект. И именно эти меры позволили сдержать распространение коронавирусной инфекции. Запрос на такую повышенную, да, наполняемость зала, он есть. Зрители хотят, интересуются. И поэтому, раз ситуация позволяет, такое решение было принято. Несмотря на смягчение ограничений, обязательными остаются и масочный режим, и контроль температуры на входе, и необходимость социальной дистанции. И по-прежнему сотрудники надзорных органов следят за соблюдением этих требований. Станислав Блинов, Александр Ведерников, Новости УТС.